Різдвяний вечір у компанії Оксамити. А 19:39 в Україні, і це приємно сидіти поруч із нею, із тим, кого ми довго чекали. Оксамита, доброго вечора. Добрий вечір, добрий довгожданий вечір. Ірочка, добрий вечір, дорогі друзі, всі, хто зараз з нами в машинах, да, на своїх девайсах, в телефонах, возле радіо. Дорогі, я дуже чекала цієї зустрічі. Давайте розпочнемо все це із подяки. У вас є за що подякувати Господу, і я вам передаю кермо, вечір ваш. Спасибо огромное. Я благодарю Господа за, вот начиная прямо вот далеко не ходить, за этот прекрасный вечер, за все, что есть у нас, друзья, за то, что мы сейчас слышим друг друга, за то, что сегодня мы проснулись, вдохнули, что-то там покушали, что-то там одели, кого-то благословили, Господу послужили. Вот это вот, за это слава Господу нашему. Ну и еще за эти прекрасные праздничные дни, которые уже наконец-то наступают. Долгожданные, благословенные, рождественские, прекрасные, неповторимые дни, вечера и ночи. Ну что же, друзья, я очень счастлива находиться в этом, не все видите, но можете даже почувствовать по моему тону, я сижу в кресле ведущей, вот, настоящее такое реальное кресло ведущей, я себя чувствую действительно как ведущая, очень классная идея, креативная на радио Эммануил, огромный респект всем, кто придумал, действительно такой фристайл, вот, и, честно говоря, пока еще не слышала, как мои коллеги справлялись, уверена, что классно, вот, не скрою, волнуюсь, конечно же, потому что прямой эфир, потому что прямо аж вот это чувствую ваши сердцебиение, ваше дыхание, и сразу скажу, что очень жду ваших звоночков, потому что прямой эфир для того, чтобы мы с вами общались в интерактиве, чтобы это был диалог, поэтому звоните смело, понятно, у нас есть о чем общаться, есть какие вопросы друг другу задавать, ну а самые смелые, самые креативные, вот у нас сегодня будут получать подарки, это мой новый диск, это не просто диск, это запись, видео, запись DVD «Вечера поклонения», прекрасного, потрясающего вечера, неповторимого, вот, который называется «Посреди Божьей славы». Так что, друзья, это такой анонс, сегодня у нас подарки на Рождество, как же в Рождество без подарков, Господь подарил самый огромный подарок своего сына, все, что есть у него, все, что было у него, вот, поэтому я называю наши телефончики 280-03-05, 280-26-25. Вот такие два телефона 280-03-05, 280-26-25. И телефончик пусть сегодня будет настоящим красным таким, раскрасневшимся. Тем, кто, возможно, не слышал, кто такая Оксамита, вот, меня зовут Оксамита, у меня есть прекрасная семья, мой муж Андрей Валентинович, вот, наши прекрасные две доченьки, которые, кстати, вот такой небольшой секрет-анонс, они сейчас с нами в студии, и старшая доченька, Миланочка, даже хочет поделиться чуть попозже своим пожеланием всем вам, вашим деткам особенно, вот, так что она уже готовится. И совсем недавно у нас родился маленький сыночек, о котором я бы хотела чуть-чуть попозже подробнее поделиться с вами. Ну что же, в сегодняшнем эфире у нас общение, конечно же, интерактив, прекрасная музыка, рождественские песни. Будет викторина, поэтому обязательно постарайтесь дозвониться. Тот, кто первый дозвонится, вот тот и будет участвовать в викторине, соответственно, получит подарок. Вот, также мы можем с вами рассказывать о ваших рождественских традициях и обязательно о чудесах, потому что Рождество – это время рождения чудотворца, который не только родился, который сейчас живет. Вот, ну и также розыгрыш диска и мое персональное Рождество для вас. А сейчас слушаем первую композицию для вас. Буквально совсем недавно, пару минут назад, она звучала на Софийской площади, а сейчас звучит лично для каждого из вас. Риздвяна. Слушаем и звоним в студию. Світло неземне темряву розігнало із блакитних небес. Добра звістка пролунала, радуйся, земля моя, Божий син народився. Зоря, до землі вклонімося.
Серці ділиться Оксамита. Дорогие друзья, самые прекрасные, светлые, благодарные слушатели, сегодня с вами Оксамита, благодаря прекрасной возможности, которую нам дал наше любимое радио Эммануил. Я хочу вам сказать, что в этом вечере и в эти дни, наверняка вы все почувствовали, что витает запах имбирных пряников, а в душе предвкушение настоящего чуда. Еще бы на дворе предрождественские праздники, время, когда весь мир окунается в атмосферу самого великого Божьего плана искупления. Земля освещается орелом радости, а сердца поют в унисон с ангелами. Слава Богу в вышних! И на земле мир, и в людях благоволение. Я эти слова посвящаю всем вам, а особенно, лично и персонально, нашей первой дорогой слушательнице, которая сегодня дозвонилась. Антонина Ивановна! Антониночка Ивановна, добрый вечер! Мы вас внимательно слушаем. Вечер. Спасибо, что вы с нами. Я хочу вас поздравить с рождением вашего сыночка. Ох ты! Спасибо огромное, Антониночка, очень приятно. Антониночка, ну а вы-то уже как-то начали, да, чувствовать, праздновать, готовиться к Рождеству? Да, конечно. Слава Богу. А вы откуда звоните? Вы из Киева? Да, я вообще из Киева, но я на даче, так я с дачи звоню. Ясно. Здорово. Антонина, мы вам тоже желаем рождественских чудес, благословений, Божьей защиты вам и вашей семье. Ну спасибо и большое. Так как вы дозвонились, да, вы могли бы сказать буквально несколько слов пожеланий ваших. Всем, потому что вас слушают сейчас многие люди. Что бы вы хотели пожелать сегодня в честь Рождества? Я хочу пожелать всем мирного неба в первую очередь над головой и Божьих благословений. Конечно же. Хорошо, Антониночка, очень взаимно. Еще раз огромное вам спасибо за звоночек. Вот, всего доброго. Ну и продолжайте быть с нами, продолжайте быть в эфире. Продолжается такой сегодняшний благословенный вечер. Я хочу поделиться частью своего сердца, сердца благодарного Господу за то, что у нас есть. И, наверное, здесь будет очень уместно прочитать слова древнего пророка, да, Исаии, которого мы, наверное, все знаем, но в эти дни они звучат по-особенному благословенно, вдохновенно. «Сам Господь даст вам знамение. Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его,
и нарекут имя Ему. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Друзья, так часто, празднуя Рождество, люди забывают праздновать Спасителя. Мы думаем о традициях Рождества, а даже о семье, конечно же, мы обменимся подарками. Но давайте вот сейчас, в эти благословенные, драгоценные минуты, действительно проникнемся и пропитаемся сутью Рождества. Христос оставил славу неба. Есть такие слова: Ему подвластно все, земля и небеса. А Он младенцем стал у мамы на руках. Трепетом переполняется сердце, и вот буквально подступают слезы. Подумайте, великий Бог был готов на такую огромную жертву. Иногда я вот задумываюсь и понимаю милость Божья, что Он скрывает от нас некоторые вещи в будущем, потому что нам тяжело видеть испытания, мы проходим их, и потом, оглядываясь, понимаем, что все ко благу, но если бы мы знали все наперед, это было бы тяжело. Христос пришел, родился, и когда Он уже начал свое служение, подумайте, от начала и до конца Он знал все. Он знал, через что Ему нужно будет пройти. И даже Он в своей славе и величии говорил: «Господи, а можно это минует меня?» Но Он прошел все ради Тебя и ради меня, ради нас. И сегодня мы празднуем то, что однажды Он родился, оставил славу неба, родился как маленький младенец, маленький малыш, которого Мария спеленала, смотрела на него, любовалась им, растила его. И сегодня Он с нами, и Он всегда будет с нами, великий, драгоценный, славный и грядущий вновь Спаситель. Вот этого Спасителя мы все ожидаем, и я уверена, что его ожидает Анна, которая к нам только что дозвонилась. Анна, мы вас приветствуем и приглашаем к нам в эфир. Слава Иисусу Христу! Вовеки слава, Анночка! Я вас витаю. Так. С наступающим святом, Різдвом. Дякуємо, Анно. Дякую вам за ваши пісні, за ваш талант. Спасибі, Анночка, дякую. Вам побажати здоров'я міцного, вам, вашій родині. Хай вас Бог рясно поблагословить на вашій ниві. Спасибі величезне, Ганна. З наступаючими святами. Дуже приємно. Здоров'я вам міцного. Дуже приємно. Успіхів, праці. Дякую. Дякую, Анночко. Ганночко, скажіть, будь ласка, в вашому житті Ісус Христос, хто Він для вас? От скажіть на всю Україну. Він для мене цар, він для мене Бог, він для мене батько люблячий. Як приємно ці слова чути, Ганно. Спасибі вам величезне. Спасибі за вашу віру, за вашу відвертість і, звичайно, за ваші побажання. Навзаєм. Дякую вам. Спасибі, що дозвонилися до нас. Друзья, мы продолжаем говорить о виновнике Рождества. Знаете, удваивается радость, утраивается и умножается, когда вы звоните, и мы слышим вас, когда мы понимаем, что наша вера не одинока сегодня. Сегодня миллионы людей согреваются теплом Рождества, дарят друг другу не только подарки, дарят друг другу слова надежды и делятся местами из Священного Писания, да, как вы только что мы читали прекрасные слова пророка. Давайте же продолжать в том же духе. У нас впереди еще музыка, и вот через несколько минут я попрошу, уже, в принципе, уже, знаете, можно дозваниваться, наверное. Кто первый дозвонится, мы с тем проведем викторину. Сразу говорю, не пугайтесь, очень простые вопросы, на них может ответить даже ребенок. Поэтому, уважаемые дети, если вы там слушаете вместе с родителями, смело берите трубочку, и мы проведем с вами викторину, и кто дозвонится, тот получит наш подарочек. Мы будем с вами говорить о чудесах, потому что Иисус – это, в первую очередь, чудотворец. Это, знаете, как я люблю говорить, специалист по чудесам. Он пришел, и вся его жизнь, его рождение, его смерть и воскресение, все было абсолютно сверхъестественным. Поэтому, когда мы с вами приходим к нему, знаете, что говорят небеса? Знаете, что ангелы хором говорят? Welcome, добро пожаловать, ласкаво просимо, свит надзвичайного, надприроднего, сверхъестественного. Так что буквально через несколько минут у нас викторина, а потом мы будем говорить об авторе, создателе и инициаторе чудес, нашем Господе, драгоценном Спасителе. Різдвяний вечір у компанії Оксамити.
буквально пару минут назад мы проанонсировали, что следующий звоночек у нас будет звонком участника нашей викторины. Поэтому я так понимаю, что к нам уже человечек дозвонился. Мы очень счастливы вас приветствовать. Так, а именно это у нас Николай. Николай, добрый вечер. Добрый вечер вам. Ну вот, мы вас приветствуем, Николай. Поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым. Огромное спасибо. Благословений. Спасибо. Крепкое здоровье, мудрое сердце. Супер, супер пожелание. Господь вас благословит и вашей семье, и вашим миру, вашему дому. Спасибо, Николай. Огромное спасибо. Вы звоните из Харькова. Это нам вдвойне приятно. Так что от Киева Харькову, от Харькова Киеву большие приветы. Николай, ну вот сейчас я вам задам несколько вопросов, хорошо? Вы на них обязательно правильно ответите, и к вам отправится наш благословенный подарок и диск, поэтому вы, когда закончится викторина, и чтобы мы с вами связались, потом передали вам подарочек. Внимание, Николай, ну и внимание, конечно же, все радиослушатели. Первый вопрос викторины. Скажите, пожалуйста, как называлось место, куда положили младенца после рождения? Куда его положили? Ясли. Правильно, абсолютно верно. Так, и еще у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом мудрецы узнали точное место, где родился Иисус Христос? Ну, не было ж тогда навигаторов и так далее. Как они узнали? Как они дошли туда? Так. По звездам. Правильно, ну, Николай. Последний вопрос. Кто предупредил Марию и Иосифа об опасности? Кто явился им? Явился и предупредил о том, что им надо ехать в другой город. Ну, кто явился? Кто обычно является и предупреждает об опасности, Николай? Ангел Божий пришел и явился. Ну, конечно, Николай, браво! Великолепно, спасибо вам большое. И заодно те, кто слышал ваши ответы и не знал ответа на них, уже теперь знают. Хорошо, Николай, огромное спасибо за звоночек. Спасибо за участие в нашей викторине. И обязательно не кладите трубочку. Сейчас оставьте ваши координаты. А мы продолжаем, друзья. И мы хотели говорить о чудотворце, да, поэтому я предлагаю нам поговорить с вами о нашем Иисусе Чудотворце и постараться позвонить нам в эти оставшиеся минутки, и я бы хотела услышать ваше чудо, чудо, которое Господь совершил вам, для вас. Само естество Бога – это естество чудес. Он автор законов природы, поэтому почему бы ему их не нарушить время от времени? И когда он это делает, происходят чудеса. В истории человечества нам знакомы случаи, когда из-за сверхъестественного вмешательства Бога естественные законы буквально отступали. Даже солнце останавливалось. Помните, да? Море расступалось. Люди воскресали. И я знаю, что все это продолжается и сейчас. Какой бы безнадежной и отчаянной ситуация ни была, помните, дорогие, Бог – это автор, источник и инициатор чудес. Я это говорю вам, как та, которая пережила неоднократно прекрасные Божьи вмешательства и Божьи чудеса. Я знаю, что это реально. Я знаю, что Бог – самая реальная личность, которая есть у нас. Поэтому, возможно, вы слушаете, и вы еще не совсем, может быть, в этом уверены. Господи, как же я вам от чистого сердца желаю, чтобы это Рождество стало наконец-то вашим персональным, вашим личным Рождеством. И сейчас у нас на связи девочка Анечка. Аннушка, я тебя слушаю, дорогая. Привет. Привет, привет, так радостно слышать тебя. Как твои дела? Хорошо. Супер, что ты хочешь сказать нам? Может быть, ты хочешь ответить на вопрос? Да. Да? Ну все, специально вопрос для Анечки. Скажи, пожалуйста, Анечка, кто возвестил пастухам радостную весть о рождении Спасителя? Ангелы. Правильно, дорогая, умница. А и один еще вопросик, и тогда диск точно твой. Как называлось то место, в котором Мария и Иосиф остановились на ночлег? Помнишь, гостиницы все были заняты. Где это было? Где он родился? Ну да, да, где они остановились? Где? В Вифлееме, на хлеву. Правильно, молодчинка. Анечка, тебе мои личные аплодисменты. Я думаю, тут, наверное, вся Украина тебе аплодирует, все наши светлые слушатели. Вот, Анечка, ты обязательно дай свой телефончик, потому что я хочу подписать тебе свой диск и обязательно подарить его тебе. Спасибо огромное за звоночек, дорогая. Хорошо, друзья. Ну что же, мы продолжаем. И я обещала вам рассказать
история моего персонального Рождества. На самом деле, я просто хочу поделиться с вами несколько минуточек о том счастье, которое Господь даровал нам в этом году. Многие из вас знают, потому что многие из вас пересекаемся мы с вами на служениях, в нашей команде «Живи», да, на концертах и так далее, и так далее. Как это произошло? Нам Господь давно говорил о том, что в нашей семье родится сыночек. Я это знала, я в это верила. Я даже видела видение, я примерно представляла, каким он будет. И особенно меня поймут девушки, да, мамы, как сильно мы ждем этого обетования от Господа. И вот полтора года назад, на день рождения моего мужа, это было 1 апреля, я решила купить голубые носочки, пинеточки, и символически подарить их ему. В этот день дрожащими руками я поднесла эти пинеточки и говорю: «Андрюшечка, я желаю, чтобы в следующем году Господь подарил нам благословенного обетованного сына». И представляете, друзья, ровно через год, 1 апреля, я еще об этом не знала, но под сердцем уже находился масенький, маленькое Божье семя. Через несколько дней я об этом узнала. И это было как раз в дни, когда мы праздновали день рождения моего мужа. Удивительно, он родился 1 декабря, совсем-совсем недавно. Он такой родной, такой благословенный, такой желанный. Все, что я могу сказать, я понимаю, и это Рождество стало для меня абсолютно особенным. Именно потому, что Господь в очередной раз доказал и продемонстрировал то, что Он верный. Он обещает, и Он исполняет свои обетования. Поэтому, что бы ни случилось в эти, с вами, возможно, в эти дни, что бы еще ни предстояло нам с вами пережить, я вам хочу сказать, одна из характеристик нашего Спасителя – это верность. Он верен своему слову, он верен своей любви, он верен своим обещаниям вам. Поэтому вот такое вот персональное Рождество – это чудо для нас, это огромный подарок для нас. И мне бы хотелось пожелать, чтобы вот такие чудеса, такие подарки от Господа сопровождали вас, ведь самое главное — это только верить. Давайте послушаем еще одну композицию, и потом у нас будет еще несколько минут с вами для того, чтобы продолжить праздновать и обмениваться благословенным, радостным настроением. Різдвяний вечір у компанії Оксамити. Друзья, продолжается наш предпраздничный, благословенный эфир. Я, Оксамита, с вами сегодня в студии. Очень по этому поводу счастлива, очень по этому поводу просто переполнена прекрасным настроением. И вы, собственно, участвуете в том, чтобы настроение было еще более прекрасным. Пусть оно продолжается у всех вас. Я готова открывать и распахивать свое сердце для вас снова и снова, потому что это Бог, который умножает любовь, данную нам однажды, когда мы обратились к Нему. У нас на связи снова Харьков. На этот раз это Ирина. Ирочка, мы вас приветствуем и готовы послушать ваши поздравления или, возможно, рассказ о чуде вашей жизни. Приветствую, Светлое Радио. Слава Иисусу Христу. Вовеки слава. Я вас поздравляю с сыночком. Спасибо, слава, дорогая. Богу. У меня 3 внука. Тоже я очень счастлива, я их очень люблю. И прямо когда они родились, я так была счастлива держать на руках. Слава, конечно, Иисусу Христу за их подарок. Конечно. За его подарок. А также мне Господь подарил чудесным образом мужа. Прямо в Рождество. Ух ты! Николая подарил мне. О, слава Господу! И живем с ним уже 10 лет. Слава Богу! Слава Богу! Большая у нас любовь. О, Ирочка, огромное спасибо вам за такое свидетельство, за такое чудо. Вы знаете, вот все возможно в Рождество. И давайте мы вместе с вами действительно сейчас пожелаем всем тем, кто еще в поиске своих драгоценных половинок, в Рождество и после Рождества пусть произойдет это чудо. Или в само Рождество, или в Рождество мы просим Господа, и Он исполняет желание сердца. Он дает действительно драгоценные подарки. С каждым днем я все больше и больше Бога благодарю за моего мужа, потому что с каждым днем любовь растет, уважение растет, почитание растет. Это что-то просто непередаваемое, конечно же. Хорошо, драгоценные. Ну что же, уже завершается, в принципе, мое время эфира. Я думаю, что мы с вами просто не прощаемся, обязательно еще будем встречаться, вместе служить. Ну а в конце, конечно же, я бы хотела
обратиться к тем людям, которые, возможно, в это Рождество особенно нуждаются в Спасителе. Возможно, вы уже ощущаете и понимаете, что приходит время для вас искренне, истинно обратиться к Господу. Это самое важное и самое правильное решение. Джордж Уайтфилд однажды сказал: «Иисус был Богом и человеком в одном лице, чтобы Бог и человек могли быть снова счастливы вместе». От чистого сердца, от всей нашей семьи, дорогие, от наших деток, вместе с моим мужем, я бы хотела пожелать вам в это Рождество, чтобы сердца распахнулись навстречу божественной любви, чтобы вам просто пережить, как сильно Бог любит вас. Просто обратитесь к Нему, просто помолитесь Ему. Я знаю, что это милость Божья. Сами по себе все, что мы можем, это просто быть без Него, да? Но вместе с Ним мы можем все. Поэтому обратитесь к Господу. Молитесь Ему простыми словами. Пусть это Рождество станет таинственным, величественным, благословенным. Пусть Иисус родится в вашем сердце. А я с вами прощаюсь для того, чтобы снова встретиться и в эфире, и в песнях, и в служении, и в молитвах. Огромное спасибо всем тем, кто звонил, всем тем, кто слушал, всем тем, кто с нами, всем тем, кто участвовал в викторине. Диски обязательно придут к вам. Ну, а мы обязательно еще раз встретимся с вами в этом эфире. Давайте неустанно верить в чудеса и доверять их автору. Давайте не терять связь с сверхъестественным, потому что по-прежнему все очень просто. Вера. Давайте дорожить тем, что имеем, и теми дорогими людьми, которыми Господь окружил нас. Семья, друзья, сотрудники. Ведь благодарность – это ключ чудесам и счастью. Она открывает двери и сердца и буквально притягивает подарки свыше. И в заключение хочу сказать, давайте еще в эти дни молитвенно будем мечтать. Каким мы хотим видеть наше следующее Рождество? С кем хотим быть рядом? Чего хотим достичь? Что хотим изменить? И более всего, какой след хотим оставить в окружающем нас мире за этот предстоящий год? Друзья, я вам желаю надежды. Надежда, одно из буквальных значений, это счастливое ожидание будущего. Вот в этом счастливом ожидании будущего я оставляю вас, благословляю вас и прощаюсь, чтобы снова услышаться и встретиться. Спасибо еще раз огромное светлому радио «Эммануил». С наступающим праздником Рождества вас. Храни вас, Господь. До свидания. Різдвяний вечір у компанії Оксамити.